Барселона. Пошло. Итак, мы в аэропорту Барселоны. Нас монтировать будет, знаешь. Раз человек. Причем вы выглядите гораздо лучше, чем по прилету на Родос. Да мы же не дикие люди уже. Мы уже второй раз за границу. Не, просто летели в два раза больше. На Родос? Да, сюда. Вот у нас у многих уже дети. Кстати, родились, вот нарушены стали. Аэропорт, куда мы приземлились. Покажи, куда мы садились и как мы садились. Ждем багаж. Не знаю, это за... Здесь можно мы дома. А, мы в Салову. Класс. Он точно сломает. Началось. Что-нибудь сломает. Наконец-то мы доехали. На месте. Вид из окна. Живем на шестом этаже. В тихом дворике. Пока в тихом. Как дальше будет, посмотрим. Пока все хорошо. Мальчики пробуют водичку. Море волнуется, раз. Море волнуется. И классно, ребята, красота. Обрыжется. Какой-то лаунж-кафе с кубиками. Красота. Ну, ребят, надо полотенце покупать. Без полотенца мы никак. Первый день, точнее второй день на море. Пальмы. А под пальмами опять русские. Hello. Hola, hola. А он Сережа. Убежал от нас. Утро следующего дня. Нетрезвый. Бодрое утро. Сам пусик эти рябнули сегодня с утра. Но пасмурно. Аннушку. Нормально. Аннушку. Позавтракали блинчиками. Куда мы едем? Поискали солнышко, не нашли и решили ехать. Куда? В Порт-Авентуру. В Порт-Авентуру! Ждем автобус. Да, станем как дураки, теперь ждем автобус. Потому что жопим все деньги на такси. Экономим. А автобуса все нет. И нет.
Мне вчера болел зубик. Я плакал. Все тебя жалели. Вчера выжрал литр вискаря, сегодня уже ничего не болит. Ладно, ждем. И вот сбылась мечта наших мальчиков. Они прибыли в Порт-Авентуру. Щелкни, щелкни. Неописуемая радость на их лицах. Сейчас, подожди. One moment. Улыбаемся. На вход. Кончаем поток людей. И все это нам будет встречаться. Да? А? Мальчики. Чё? А мы знаем это? Да. Четыре, что ли? Да.
Ну что там? Use my money, man. Il me doit de l'argent. Silvis, que me llame. Tell him to give me a call. Dis-lui qu'il m'appelle. Mientras, I will sing a song for you. Os cantaré una canción. Мы туда не пойдем. Фу, смотри. И 8 трупов. Там не пойдет. Дворникам вдвойне платят. Так избавляется от лишних людей.
Теперь залезть туда для... Там нельзя, вон, купаться. О-о-о. Еще одни смертнички. Ножки тоже пират. Ой, как ты ножками болтают, они даже не презервейки. Остапочка полетят. Ю! Раз. Дюш! И ноги так поджимают. Не. Ja no pots demanar, pari'm, sisplau, que m'he repensat. No, però sé que sí. Говорят, здесь 70 метров свободного падения. Сейчас смертника поднимут. Смотрите на людей, которые там лежат. Кошмар. Одной косичкой чуть-чуть оторвалась. Нет. Yeah.
вам Хантак Рок? Дракон? Снимаешь уже? Очень хорошо, очень хорошо. Вот я глазки закрывал немножко. Я не знаю, что сказать. Я не знаю, что сказать. Финты его, конечно. Мне понравилось. Следующая наша Шамбала. Самая высокая американская горка в Европе. Делали, да? Да.
просто наверх не поднимаете, да? Ты туда пошел, что ли? Сейчас, подожди. А? Ну, выпищи. Сейчас там встанешь. Ой. Здорово?
Счастливые! Счастливые! Поехали! Сейчас будем брызгаться. Да? Поворачивается. В другую сторону. Давай. Поехали. Смотри, сейчас сразу. Повезет, не повезет? Не повезет! Он не меня! О! Кто? Смотри! Такая сильная горная речка. Водопад. Ой. Там еще один впереди. Еще разок. Ой, блин. Другой стороны. Опа! Ничего. Все, приехали. Откровенно. Нормально, да? Ты сука баловала. Вон, вон. Прячь камеру. Кончилось. Понял? Кончилось, давай. Он специально как-то, да? Веселуха. Веселуха. Ха-ха! Чёрт! Вот так корочка.
бомбу бьем, посмотрим. Шамбала? Славик, я очкую. Первым классом едем. Нет, это эконом. Это еще не все. Еще одна горочка. А что у нас будет? Сережа. Казань, Волгоград. Фигня. 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 Легкотня. Легкотня. Шамбала. У меня только руки не могу оторвать. Зайцы. Или заяц. Скорее всего, заяц. Мало того, что здесь куча народу, так тут еще и зайцы. Вот они сегодня, смотри, там далеко. Вот, а вот они, блин. Вижу. 1400. А, вот еще один. Хорошенькие такие. А. Ну что, зайчики, финальную речь. Что вы можете сказать по поводу этого прекрасного парка? Ну, на самом деле, мы не жалеем, что сюда приехали, это первое. Получили вообще обалденное удовольствие. Ну, не обязательно долго говорить. Нет, не обязательно. Чего? Очень классно. Ну, просто очень классно, мы очень довольны. Мы идем отмечать День офицеров. Да. А вот так мы падали. О. Увидимся в салоу. Запись пошла. Андре Синема при участии Shot Vision Max Films представляет вторую часть приключения трех бегемотиков. Всем удачи! Вот это идет испанка. Вот идет наш Андрюшенька Геннадьевич. Тормоз, блин, перестройки. А вот, вот та штучка, ради которой мы уже час здесь сидим, не можем. А ты принес штучку-то, самую главную? Так, получили дорогу Барселона. Поем шлягеры. Еще не поем. Горят до волос.
Андрюха тут пишет по-английски, короче. Андрюха... По-испански. А, по-испански, да, пардон. Ну, наш Атал, он такое ощущение, что у нас друг иностранец. Он всем говорит «Оля», «Hello». А мы говорим «Оля-ля». И он очень красиво говорит «Сори». Он вчера одной бабуське на шлёпанцы наступил и порвал ее, и такой на чисто английском «Сори». Чтобы не подумали, что мы русские. В общем, мы поехали в Барселону. И вот проезжаем мимо парка Авентура. Ой, зараза. Вот. После небольшой паузы я решил к вам вернуться, дорогие друзья. Вот мы сейчас направляемся в Барселону. Едем. У нас вот такой навигатор. Девайс. Такой красивый. Слово красивое. Шатал с вами шаловливыми ручками пытается меня заморозить здесь. Прибавляет кондиционер, вырывает решетку, чтобы воздух побольше шел. Это потненький весь. Бедненький. Серьезный Андрюшенька Геннадьевич едет. Он поворотник включает, как в России. И цыкает. Я ему надоел просто уже за эти два дня. Да, скажи, что надоел. Скажи в камеру, чтобы все знали правду. Тоска зеленая. Короче, мы сейчас будем петь. Что мы будем петь там? Что-нибудь. Сейчас мы под этим мостом будем проезжать. Вот, а мы и теперь движемся по серпантину. А тут такая красота за бортом. Фигово чисто стекло. Опусти. Согласен. Приехали на парковочку. Чик. Лавочка. Водитель Андрей Геннадьевич. Который сейчас лавочку... Еще машинка тоже. Лавочку попать. Бум. Пауза. Небольшая остановка для осмотра природы. Я вниз пошел. Шаталов пошел прыгать. Давай, вон туда. Вон площадочка, видишь? Не знаю, что насчет лесенки. Бесстрашный. После этих гор ничего не боюсь уже. Все, давай я тоже тогда. То он один там. И громкость нашел. Спуск по серпантину продолжается. Вон там нальчик, смотри, какой-то. Жалко, стеклышко мокрое, плохо видно. Поселок какой-то.
сезона. В заводе в горах. Уф. Дерево красиво. О, как она называлась вчерашняя ваша горка? С водой. Так, я не помню даже. Какая-то полинезийская. А, нет, я думал... Это скоростная трасса. Скоростная трасса здесь. Сквозь скалу проходит, блин. Обратно через нее? А... Плотно, да, через плотно. Вообще классно. Посмотрим, что там внутри. А мы здесь поедем, что ли? Мы по плотной дороге обратно поедем. Да, просто, да. Шиндарахнул пол бутылки сангри. Вон, в сумке лежит. Капляжо. Сангрия. Сангрия. Дон Симон. Вот Сережа ее бухнул уже. Если бы я ее не пил, бы сам сказал, что я ее выпил. Мы поем песню «Дюны». Привет с большого Будуна, кстати. Привет с большого Будуна. Это не про нас. Не, нет, конечно. О, дедулька такой. На велоге. Большие города. Для народа. Сережка любит Иванушек. Но в каком невидимом бою ранены они за мечту свою. Селфи. За любовь свою. Ты идешь, а виду задая. Погода портится. Повторяют губы, как беду. Больше не приду. Больше не приду. Больше не приду. Снеги улетят, и не поймать снеги. Не заболишь, не заболишь. Снеги улетят, и не поймать снеги. Ты
солнце заканчивается. Короче, мы вчерашние тучи догнали. Он пришел навстречу для того, чтобы посмеяться. Мы в Жироне. Это памятник кошки на столбе, хотя на кошку не очень похоже. Глаза? Нужно обязательно за задницу держать. Да? Чем сейчас и будем заниматься. Это я не знаю, что это такое. Какой-то собор. А стены, видишь, какие? Да. Натурали. Магнит. Слушай, а вот да, сейчас. Местные обитатели речки Грязнушки. Как она называла, мне это теперь вот они здесь все. Внизу. Гагары. Гагары. Андрюх, цел, осторожно тут, смотри. Гагары. Это не гагары же. Дудочки. Это центральная старая часть города. Ну, честно говоря, ничего особенного. Ну, отметочку поставили, что мы здесь были. Старый город. Камни, 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 камни. С той стороны? Нет, вот. Да, вон они стоят. Да, классно. Бани. А, арабские бани. Вот это. Выглядит это внутри вот так вот. Не пойдем. Туристы. Здесь запрещено вообще. Чего запрещено? Срубать деревья, пилить что-то. Что-то не номерные они здесь все. Ну что, Сережа, скажешь? Это все старый город Жирона. Максу пишет смс-ки жена. Куча деревьев разных. Бери сумку. Какая разница? Большая. Русский турист. Растут деревья в Жироне. Так раньше выглядел водосток. Ahora te das cuenta,
Синхронное плавание. Узкие улочки старого города. Вот так и мы поедем. Че опять мутно показывает? Девчонки смотрят. Потому что он фокус, наверное, так сделал. Короче, мы, как всегда, нарушили все правила. Ничего мы не нарушали. Нарушили все правила. Едем по старому городу. Все люди пешочком. А мы нагляк. Тут кирпич. И песня наша. Я свободен. Вот это старый город, ребятки. И мы тут по коридорам. Че? Кирпич, кирпич? Налево. Хуй там. Сюда проедем? Да-да. Ага. Или куда? Ну куда вот мы едем? Вы чё, блядь? Наверх только. Наверх. Линии, которые делят между собой Францию и Испанию. В каком-то месте мы их должны пересечь. Границ осталось не так много. Сколько? Пока нет. Километров 20. О, как близко. Это Максим. Я здесь, я жив, все нормально. А то если я молчу, все думают, что я умер. Пассажир расстегнет. Пассажир расстегнет? Иногда загорается. Кстати, Макс, давай покажем умную машину. Отстегнись. Отстегнулся задний ремень. Заднего пассажира потеряли. Все? Все? Че они реагируют? Все, вернулся. Вообще, фантастика. Я стою, подождите. Второй пассажир. Ой, и второй там появился. Значит, Макс там сидит не один. Я здесь двумя ремнями пристегнут, как маленький. С детского сиденья, нет? Да, тебя может еще закрыть, чтобы ты не вышел. Из машины. Да, просто. Да, да. Пока хватит. Горки. Вот так вот и вправо чуть-чуть. Сейчас проедем. Ну, красиво. Оператор знает. Машина тебе так. Обзор. Короче, горки. Ребятки. Мы попали в жопушную пробку.
перед границей. Непонятно, что там произошло. Офигеть! Вы не представляете, ребята, какой вид из окна. И по всему этому, какой запах здесь стоит. Шикарный, просто шикарный. Тут свинюшки рядом. Впереди два вагона поросей живых. Причем они едут в машине с кондиционером, ребята, с кондиционером. Обалдеть, нам бы так, а у нас машина без кондиционера. Видите, да? С открытыми форчиками Андрей, я, Сережа. Но... Ура, Франция! 500 метров. Еще рано. А, пардон, 500 метров до Франции. Итак, ребят, в продолжение нашего разговора, в пробочке мы стоим уже, ну вот так вот медленно двигаемся, сейчас скажу, полтора часа, ну ничего, мы здесь веселимся, Андрей нам рассказывает анекдоты, а мы с Сережкой. Вот из этой сумочки, вот одну бутылку мы уже выпили. А вот сейчас еще одна. Вот, сангрия. Класс. Класс. Вкусняшки. Итак, Андрей Геннадьевич нас штурманул здесь. Вот эти два столба, ребят, вот эти два столба. О, Франция, вот, 700 Франция. Метров написано. Еще дальше стал. Еще дальше стал. Уезжаем от нее. Блин, мы вроде едем, но не готовы. Два столба, нет? Дом, Ростов. Два столб. Вот они, два столба. Ну. Наконец-то 10 километров. Испанские столбы. Ух ты, мостик этот чувствуется. Ну, пойдем, давайте посмотрим на пейзажи. Я чувствую слайд. Смотри вниз. Там нет. Это выше, чем... Куда? Как это? Шамбала. Шамбала. Вон там обрывчик у нас. А Пирене. Давай, пойдем. Опять пробка. Погода налаживается зато. А типа пограничный пункт. Опять солнышко вылезло. Все, ребята, мы во Франции. Вот едем тихонечко. У нас пейзаж французский. Опять этот, блядь. И те же рожи за нами едут. Следят они за нами, что ли? Я все равно тебе какую версию? Длинную или короткую сделать? Какую? Видим. Что такое короткая? Это, ну, без разговоров Макса. Давай. Среднюю копию. Вы, придурки, вы в курсе, что я вас записываю? А? Поэтому и говорим об этом. Кошмар, вообще ничего не стесняются мне. А я им еще... А я с ними сангрию пью. Смотри, туран какой-то. Предатели. Когда пойду в крови,
город Нарбон. Нарбон? Не могут прикоснуться к тебе. А это замок? Нарбон. В французском городе Монпелье. Смотреть особо здесь нечего, кроме этого парка и этой триумфальной арки. Видимо, это единственная достопримечательность в этом городе. Парк неплохой. Это, в принципе, и весь город. Наши люди во Франции. Устали, что ли? Бедняги. Итак, запись пошла. Очередные комментарии. Мы приехали в город, который называется Мартик. Это канальчик какой-то. Тут ребятки вон отдыхают. Какой? Рыбачат. Рыбачат. Ну а что они, работают что ли? Отдыхают. Сережа сейчас здесь оставим, сами в отель поедем. И песенка, слышите, да? Твой Сережа. Вот за этим вот, за этой косой, вот где камешки лежат, вот эти вот, вот эти камешки. Там уже большая вода. Бывает, видимо, вода водить не нужна, наверное. Ну, смотри, сколько рыбаков, Серег. Рак, что ли? Это руки? Че такой маленький, симпатичный городишко? Дороже здесь, да? Там 1,262. Блин, как мы сэкономили такой раз? Да, мы тут только что заправились. Короче, бензин здесь стоит. Мы на дизель ездим. Бензин стоит 61 рубль. Ровно в два раза дороже, чем в Казани. О, вот здесь мы будем сегодня кушать. Супермаркет. Мы сейчас сюда едем. Доброе утро. Сегодня 24 число, воскресенье. Мы во Франции. Вчера просто так устали, что сил не было все снимать и комментировать. Сегодня прекрасное утро. Мы выдвигаемся в Марсель. Вот. Но вчера так устали, я повторюсь, что мы забыли даже заснять наш отель, в котором мы сегодня ночевали. Вот ребята уже на парах. Я отпросился у Андрея Геннадьевича, чтобы снять отель. Вот внешний вид отеля.
Сейчас я сгоняю быстро в номер, сфотографирую, что у нас там. Вот наш номер. Столик. Номер маленький. Вот. Здесь Сережка спал. Здесь Андрюха. Как всегда, после себя заправил постельку. Это я. Вот. Зато здесь есть телевизор, кондиционер. Это у нас гардеробная. Вот она. Это у нас умывальничек. Вон там. Зеркальцем. Вот. Вот это наша тумбочка. Малюся. Вот. Это дверка. Там у нас вот, как в самолете. Кабинка. Душевая. И унитазик. В общем, так приличненько. Это вот общий вид тут отсюда. В общем, нормально здесь переночевали. Серега опять похрапел. Ну ладно. Что теперь сделаешь? Ну все, поехали дальше, меня пацаны ждут. Итак, еще раз доброе утро. Мы выдвигаемся. У всех хорошее настроение. Они, как всегда, ржут и ворчат заодно. Сереженька Шаталов, доложи нам, сколько время? Начало движения. 8.28. 8.28. Стихами говорит, в рифму. Умничка. Андрей, пару слов о твоей ночлежке. Все было хорошо. О твоем пребывании во Франции пока. Пару слов положительно желательно. Все хорошо. Все хорошо. Немногословен, чувачок. Немногословен. Сереженька. Французы гады. Сережа не полюбил французов с первого дня. По двум критериям. Первое. Одна бабушка не уступила ему место на заправке. Да. Он сразу после этого сказал, все французы и француженки. Вот. И второе. Что там еще? Из-за чего, я не помню. Ну, тут беспредельно, что-то на дорогах. Что-то плохо все на дорогах идут. Он считает, что здесь во Франции мы должны все место уступать. Ну ладно. А пока все хорошо. Слушаем Высоцкого. Для поднятия настроения. Поели соленого масла. По ведру кофе выпили. Позавтракали такими круассанами. Это не круассаны. Я знаю. Короче, спорный вопрос. Что мы ели сегодня? Вот. Но есть и хорошая новость. Есть и хорошая новость. Те два больших бутерброда, которые мы с собой брали, вон они там лежат, и они не испортились. Ладно, больше вас глупости не отвлекать не буду. Но здесь мы, я хочу доложить вам, здесь мы вчера ночью проехали раз три, наверное. Ну ладно. Всем нам удачи. Сейчас встретимся через 2 секунды. Через мост большой поедем, снимать буду. Это вот Мандрик. Городок Мартик. 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 Ежи-еж. Вот, смотрите. Городок такой. Обратите внимание, что у них дома как две капли воды похожие друг на друга. Сейчас заезжаем в тоннельчик, ребят. Смотрите, как красиво. А вот свет в конце тоннеля. Урч. Едем дальше.
Мы в Марселе. Марсель спит, народ спит, тишина. О, сразу видно, каких-то два русских мужика пытаются парковку оплатить. Это француз. Косяк видно какой-то. Ну они ж французский не знают ни хера, бля. Да. Умное лицо Андрея Геннадьевича. Непонятно, какое лицо Сергея Валерьевича, потому что затылком стоит. А французы за круассанами поехали. О. Красота! Обалдеть! Сейчас покажу вам французское мусорное ведро. О, красота. Место специально для него есть. О, смотрите, сейчас я вам обалденный вид открывается. Кораблики. А вон туда мы поедем. Вот туда мы поедем, и оттуда будем снимать весь порт. Сейчас пойдем круассанов кушать и рыбный рынок смотреть. Утренний Марсель. Пустынно. Но кофе уже начинают пить. Туда? Туда. Увидел собачку, которая всем рада. Маленький паромчик рядом с кафедральным собором марсельским. Ту-ту-ру-ту-ту-ру-ту-ту-ту. Не знаем, что это такое. Похоже на какую-то инсталляцию. Представляешь себе жизнь? Француженки ходили по этим коридорам. Это какой-то монастырь, кажется, раньше был. Ну, похоже на то. Надо почитать про него. Монах. А это местный монах.
Констанция, Констанция. Некрасиво ты, конечно, лежишь, как Владимир Ильич. Так лучше. «1676 год», написано вон там. 1674. Это, может быть, годы строительства? Два пиратика. Надоели уже. Для меня загадка, как вот эта вот фигня не падает на землю. Здание в сеточку. И рельсы на нем. По рельсам. Угу. Это все Марсель. Как вы думаете, над какой лодочкой развивается российский триколор? Конечно, над скромной яхтой в Марсельском порту. Босса Нова. Надо выяснить будет в интернете, кому она принадлежит. И это все порт. Ребята пошли в море. Набережная Марселя. Yeah.
Живой? Уже нет? Стой, куда его? Ну-ка, верни обратно. Херак. Бошки нет. Ему глаза. Тунцу. Одну поймал. Попробуй разрежь такой кусок. Наконец-то мы увидели себя всех троих сразу вместе. Неровненько. Неровненько. Шатает. Как вам Марсель, мальчики? Класс. Красиво. Очень красиво. Рыбешка полная. Ну, насчет красиво ты громко сказал? Красиво, красиво. Кофе. Как и обещали. Кофе и круассаны. Как завещали вам жены и нам жены. Мы пьем кофе с круассанами. Во Франции. В Марселе. У порта, у подножия Нотр-Дама. Покажи Наташке, какой круассанчик. Какой ты круассанчик ищешь? Вкусняшка. Вкусняшка. Марсель, как на ладони. Вот на том рыночке. Прошлись вдоль пирса. Вот этого пирса. Покушали в кафешке вот за этим домом. И потом пешочком, пешочком, пешочком. И на эту верхотуру. А вот там снимали кино про графа Монте-Кристо. Ой, ветер сильный, сдувает. Город не маленький, но не такой уж большой. Вот. Огромный стадиончик. Там. Заходил в подзорную трубу. Посмотри, положи эти денежки. Были. Сколько? Не знаю. 2 евро, наверное. И это все еще Марсель. Да, поедем. Следующая наша путевая точка – дворец Лан-Шам.
Сейчас мы до него дойдем. Вот он. Симпатичное здание. С русскими туристами. Симпатичное уютное местечко. Цветочки, люди отдыхающие под пальмами. И все это Марсель. Ну а мы едем в Авиньон. Это снова мы. Из Марселя мы выехали, выдвигаясь в Авиньон. Немножко решили отдохнуть. Вот два человека из России, мои друзья. Эй, Валера! Слава. А, он Слава. А этот-то... What is your name? Человек. Ладно. Вот наш обед, ребят. Хамончик, сыр дурблю, швепса. Зиро кола. А это мы взяли 21 литр воды, чтобы пить с дороги. Итак, мы приехали в город Авиньон, в папскую резиденцию. Сейчас пытаемся найти саму резиденцию его. Грациозная француженка. Рядом с папским. С папской резиденцией. Идем к дворцу и площади. Здесь папа выходил на прогулку. Шел по этому мосту. Гулял. Заходил в него помолиться. А потом отсюда прыгал местную ручушку. Вот мы, видимо, вышли к папскому дворцу. Какой-то из них точно он. А вот сам папа. Чей-то. Довольный папа. Просто, да? Сейчас, секунду. Офигеть. Опять идут они с пятачком между скалами к светлому будущему. Все это резиденция папы. Спрятался за большими стенами. Thank you.
Ну, на этом мы прощаемся со славным городом Авиньон и едем домой. Вот из-за него мы простояли где-то час в пробке. Барселоне. Рядом с памятником Колумбу, который открыл Америку. Это здание биржи. Вот тут и таможни. Мы идем по пешеходной улице Ламбурла, чтобы посетить рыночек и купить хамончик. Народу дофига. Таких фигур будет здесь очень много. Что, счастлив? Вообще. Я погладил его мазанием. Очень вкусно!
площадь Каталонии. Бродим по старому еврейскому кварталу. Где Оля? Оля, да. Цикл-цикл, аллюлю. Вперед. Ищем выход. Такие красивые домики с резными балкончиками встречаются на узких улочках. Что-то этим пакетом. А это рука Барселоны, видимо, парит в воздухе. Так, в Барселоне вместо голубей летают попугаи. Попугайчики. Мы идем на набережную. Сейчас мы находимся на площади Христофора Колумба. Где велосипед с ними смотрит? Подожди. Который показывает. Америка вон там.
такую прическу Макс хотел бы заиметь. Но не судьба. Какая-то местная инсталляция. Это грузится, вгружается паром. Маленький. Это отель, где жил наш товарищ Эльдарини Заводин. Во время чемпионата мира по водным видам спорта в прошлом году. Набережная Барселона. Ну и почитаемый человек в этом городе — Христофор Колумб. Стоянка для яхт. Где-то это мы уже видели. И их мы видели тоже. Здравствуйте, здравствуйте, ребята, мы в Барселоне. Поговорить хочешь? Это человек из России. Памятник Колумбу в Читале. Я туда не пойду. А лифте он? Где лифт? Здесь проводилась раньше коррида. Это площадь Каталонии.